Продолжаем. Шейным отделом работать из положения сидя. В принципе, для положения стоя то же самое. Большие пальцы, когда вот так держишь за шею, да, они вместе у него. Мы протянули шейные позвонки нижние, ну там C5, C6, C7, да. И если хотим добавить еще грудной отдел, да, то свою руку продеваем так. Здесь не получится на данном человеке, но я просто покажу, вот чтобы нам так вот захватить, да, еще и вот эти позвонки грудные. Также их вытягиваем вверх. При этом поворачиваем, наклоняем голову, флексия вперед, чтобы касался подбородок ключицы. Кстати, вот это тоже проверка. При здоровой нормальной шее человек, наклоняя голову вперед, свободно касается подбородком ключицы. А при повороте назад затылок касается 7-го шейного позвонка. Это нормально в здоровой шее. Все сразу попробовали. Правильно, так. Теперь смотрите, то есть вот это было, да, это был грудной отдел. Теперь шейный отдел взяли, наложили свои руки на его руки, локти опять вместе. Получается, ну насколько можно, да? Все, не, силы не надо, силы ничего не делаем. Расслабились, натянули на себя и дернули. Следующий прием, руки перевели на череп. Большие пальцы обнимают череп, вот так, да, не расцепляй только. Соответственно, это мы уже будем действовать на верхние шейные позвонки C1, C2. Теперь руки опять накладываем на него, и тут уже видите, локти его расставлены. Теперь его локти расставлены. Опять натянули на себя грудной клеткой, видите, я упираюсь в него. Сам ничего не делай, расслабься. Да, очень напряжен. Так, еще раз потянули в сторону. Ротация, растрясли и подтянули вверх. Теперь спустимся к грудному отделу. В грудном отделе с тобой не получится. Ладно, давай другой прием сделаем. В грудном отделе скручивание сделаем тогда. Показать. Ну давай, я просто покажу тогда, как он делается, там уже не важно, получится. Просто руки у человека жесткие, и шея не гнется до конца. Блин, ну. Вот. Если человек достаточно гибкий, да, ставим опять руки так же на шею, в замок. Подбородок касается ключицы. И мы будем давить на не на остистые отростки, а сбоку от них. Ну, примерно 3 пальца, да, от линии позвоночника отделили в сторону. Если у нас позвонки вышли, ну, сдвинулись, допустим, вправо. Значит, подставляем колено вправо, с коленом будем делать. Если влево, соответственно, влево. То есть нам тут нужно место, чтобы прицелиться коленом. Вот, прицелились, да? Теперь убрали колено, захватили его за руки, локти вместе. Локти вместе, вместе, вместе. Вот, прицелились. И натягиваем на себя сопротивление на козы колено. Ох, хорошо. И с другой стороны. Ох, хорошо. Повыше перетянули. Пониже потянули. Хорошо, да? Грудной, грустно. Ну вот, отлично. Да. Если у вас не хватает поднятия колена, да, то в принципе можно и через свой собственный лоб. То есть упираемся лбом сюда и натягиваем опять на себя. О, нет, коленкой лучше. Коленка сильнее, конечно, мощнее, да, будет. Мощнее и сразу идет. И теперь скручивание. Значит, кладем локоть на плечо противоположное, да? Захватываем под рукой его плечо, скручиваем. Здесь желательно, чтобы он не полз, да? Желательно сделать упор ногой, например, так. Или даже вот так вот. На разворот мы давим на реберный горб. Натянули, продавили. Для увеличения движения рекомендую все-таки развернуть свою голову тоже в эту сторону, и чтобы глазами смотрел он туда за себя. За себя. Вот так хорошо. Потому что получается с головой, да, более идет, натягивается прям все. Ну вот, дорогие друзья, сейчас мы это все будем отрабатывать на практике. А если вы нас только смотрите, то зря вы это делаете. По видео ничего не научитесь. Ну так, может, из любопытства посмотреть, да?
А здесь мы вам поставим руки, научим и отправим с документами, с дипломами, готовыми специалистами вперед, в путь, в бой, в работу. Да? До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алафгудвин.